Нежный, сочный и аппетитный хек на гриле, чудесный вариант разнообразия меню на пикник, рыбка совершенно не жирная, а значит, прекрасно подойдет не только для взрослых, но и для детей. Жарить хек на гриле можно как в фольге, так и сразу на решетке. Первый вариант мне нравится больше, так как рыбка сохраняет все соки, при этом она чудесно подрумянивается. По желанию дополнить маринад можно любимым соусом, зеленью или травами. Список ингредиентов в конце видео. Рыбу промойте и обсушите. Подготовьте ингредиенты, которые будете использовать для маринада. Рыбу натрите со всех сторон солью. Добавьте любимые специи. Выжмите сок лимона. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Влейте немного растительного масла. Выложите тушку хека на лист фольги. Заверните плотным конвертом и оставьте на 30 минут в холодильнике. Разожгите дрова в мангале. Когда они как следует прогорят, выложите рыбку на решетке, жарьте хек на гриле около 20 минут, часто переворачивая. Хек на гриле готов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Хек – 2 штуки. Сок лимона – 2-3 столовые ложек. Растительное масло – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Специи – по вкусу. Для рыбы. Количество порций – 2-4. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. Жду вас снова.